Всем привет! Давайте я расскажу, что здесь у нас происходит. А если кто вдруг не знает, я Костя, это моя жена Злата, и мы решили попробовать себя сегодня в таком мероприятии, как сбежать от детей подальше, а именно на зимнюю рыбалку с ночевкой. Делаем мы это первый раз, поэтому непонятно вообще, что из этого получится. Мы вообще хотели поехать заночевать на льду сначала, но потом решили... Просто вы посмотрите, Злат, ну-ка. Вот видите, вот как это вот на лед перевести? Это еще не все вещи, потому что что-то там в машине лежит. Мы побоялись, что лед под нами просто провалится. Да, на самом деле мы побоялись просто то, что до места где-то ночевки на льду придется носить вот это, возить все это раза три или четыре. Хотя вроде как и санки, но... В общем... Первый выезд мы решили сделать хотя бы просто на земле. Возле воды. То есть, а потом уже, соответственно, более экстремально попробовать. То есть мы сейчас поставим палатку, все приготовим, и я пойду расставлю жерлицы на ночь. Ну и так вообще, наверное, сходим, половим с тобой. У нас есть еще одна палатка, специально маленькая рыболовная. Все? Я думаю, тут мы еще будем часа два это все расставлять. Ну, как раз до вечера. Да. На нашу первую зимнюю ночевку мы, на самом деле, весьма основательно подготовились, даже, мне кажется, чересчур. Смотрите, это вот палатка большая, это печка, тоже большая, это наши раскладушки, а это наши спальники-кровати. То есть, ну, вообще, по идее, вот в этих спальниках, как производитель заявляет, можно ночевать чуть ли не до минус 50, сейчас где-то минус 10, и, по идее, печка не нужна, но, тем не менее, как бы так намного будет комфортнее. Нам сейчас тут прорву вещей предстоит разобрать, установить, я не знаю, останется время у нас на рыбалку или нет. А рыбачить мы будем, соответственно, вот здесь. Это наше водохранилище, вот там рыбаки какие-то сидят, там даже, не знаю, видно или нет, палаточные лагеря. Но будем надеяться, что и рыбалка получится тоже. Слушай, ну вообще, да, кривовато как-то получилось. Вообще у нас палатка выглядит вот так. Немножко с тамбуром мы тут. Короче, лед, здесь трудно что-то пробивать. Короче, как поставили в итоге. Хорошо, что мы не пошли сегодня на лед. А то мы там бы вообще, наверное, в первый раз бы не поставили все это дело.
палатка присыпана, и наконец-то все готово. На самом деле заняло это больше времени, чем мы планировали, просто потому что делали это первый раз, и, в общем-то, вертели то вход сюда, то туда, то у нас вот эти вот колышки, тут же лед под ногами, они нечем было вбить, тоже как-то это не догадались сделать. В общем, опыт получен, и я думаю, что в следующий раз все пойдет быстрее. Палатка у нас от Altai Camp, это Altai 2 двухслойная, с печкой, с арочными окнами, с тамбуром. Огромное спасибо, кстати, представителям компании Altai за предоставление этой палатки, потому что мы со Златой бы, может быть, так и не решились бы вообще. Давайте я сейчас пойду внутрь и покажу, как там обустроила все Злата. Она сделала классно и уже, наверное, заготовила кофе. Ну, кстати, посмотрите внутри, как все классно получилось. Особенно неожиданно нашли применение вот этим пуфикам, которые, в смысле, нашим кроватям, нашим спальным мешкам зимним. Они оказались удобными пуфиками, просто для того, чтобы сидеть. Это вот шкуры Злата енотов настреляла, покрасила их розовый цвет зачем-то. Опа, и вот мы сидим. Что? Ты шкуру скинул. Шкуру скинул? Ты их так вот это... По... Тебе не жалко енотов было? Тебе не жалко, а на него встать вообще. Ах, ладно. Ну, в общем, вот так, все. Надо уже, честно говоря, проголодались. Часа три, наверное, мы в целом возились, тут все делали. Ну, уже обед, а обеда у нас пока нет. Сегодня же старый Новый год, вареники, да? Вареники у нас будут ночью, завтра утром. Блин, а еще сейчас надо жерлицы пойти поста, надо все быстрее делать. Да. А то я на рыбалку не успею. Мы почти готовы, осталось только попить кофе, и наконец-то я пойду на рыбалку. Потому что надо сейчас поставить жерлицы, потом хотя бы раз в 2 часа ходить их проверять, смотреть, что здесь будет. Ну что, давай, пока печка у нас самая... Да, давай, воду, давай. Воду? Я уже давай. Замучился, ходи. Потому что жена вот сделала здесь домашний уют и заставляет меня каждый раз... разуваться. Если бы я был один, я бы здесь уже, конечно, туда-сюда, туда-сюда. Я бы вообще, может быть, пол бы здесь и не ставил, в принципе. Холодно. Ладно, давай. А так вообще жарко. На самом деле жарко. Ну, жарко вверху, а внизу холодно. Да? Да. А ее нельзя пониже поставить? Сгореть. Нет, печка же, она будет вот до определенного, где подсос идет холодного воздуха. А вверху будет тепло, а внизу холодно. И с этим ничего, в принципе, не поделаешь. Сидим со Златой, медитативно смотрим на огонь и ждем, когда закипит кофе. И вот уже прошло минут, наверное, 10. А кофе... Он все не кипит. Ну, что будем делать? Может, он не должен? Цивилизация нас, как это сказать, музыка нас сгубила.
Губила точно. Просто ядрёнище. Я многовато то набухнула. Злата, кофе? Я не знаю. Ну, хоть на завтра осталось, ты все высыпаешь, что ли? Нет, я вот еще сколько. Ну, чувствую, я сейчас зажелицами полечу просто. Давай, ну, суп, давай болельник. Суп сложнее. Он будет с пельменями. А вареники просто на воде мы завтра сварим. Сегодня. Вечером. На ужин сварим. У нас на ужин сегодня еще горячий сидр, да? Угу. Ты только, пожалуйста, погромче. А я еще ничего не говорила. Не, ну эти просто, чтобы таким грудным, приятным баритоном. У нас на вечер. Я так тоже верю. Будет сидр. Горячий. Пока Костик ставит жарлица, я буду варить суп. Суп с пельменями. Такой горячий и, надеюсь, вкусный. Суп наш наконец-то начал кипеть. Я добавила уже туда сельдерей. Часть порубила, а часть просто такими большими кусками. Я его потом вытащу. Теперь я добавлю в него картошку и грибы.
И потом у меня есть обжаренная морковка с луком. Супчик наш уже хорошо кипит, картошечка стала мягкой. Сельдерей, вот эти вот большие кусты, мы убираем, они нам больше не нужны. Вместо соли добавлю пару ложек универсальной приправы. Тут соль уже есть. Сейчас немножко кипнет и добавлю туда пельмешек и будем кушать. Пора, собственно, бросать пельмешки. К сожалению, они у нас немножечко разморозились и смялись. Решил, что буду по-разному оснащать. Где-то я по классике, грубо говоря, где плавник протыкал, а у некоторых рыб буду заводить поводок в рот и, соответственно, двойник ставить. Потому что непонятно, какая будет, ну, какая в итоге рыба будет дольше жить. Потому что карасю пофигу, а вот плотва, я думаю, она более нежная. Я вообще удивляюсь, насколько карась живучая рыба, потому что, ну... Целую зиму у меня вот в этом кане просидели в гараже и вообще без проблем. Жерлицы в этом году оснастил по-другому на 4 граммах. Потому что, ну, в том году на 8 было, на 6 много мне показалось, а вот 4, мне кажется, будет самое то. Да, рыбка вполне себе живая. Смотрите, тут торчит камыш, возможно, кто-то из рыбаков обозначил себе место. В принципе, наверное, здесь можно где-то поставить жерлицу. Интересно, что здесь по глубине. Вообще, что самое примечательное насчет мертвой живой рыбки, мнения-то расходятся. Допустим, я смотрел английские видео, там англичане, там запрещено ставить живца, поэтому они ставят мертвеца. И в целом-то рыба ловится у них вообще без каких-либо проблем. У нас же наоборот считается, что если ты как бы, ну то вообще нет. Главное, чтобы оно живое было. То есть совершенно как бы разный подход, а результат один и тот же в итоге. Кстати, некоторые жерлицы я специально оснастил еще и одинарником. Просто хотя бы посмотреть, что из этого получится, что будет эффективнее в итоге. Кушать подано. Я готов, а то что я замерз. Ой, красота какая. Ну, половник я, как всегда, забыла. Поэтому я давай буду вот наливать так вот этой вот штукой. Да. Ты же собиралась не все пельмени-то варить, Злат. Ну, они у нас размякли все, поэтому решили, да? Все. Это, смотрите. Положи, пожалуйста. Пельмени, грибки, класс. Вот что называется, женщина друг человек. На самом деле первые впечатления смешанные, потому что получается в палатке снизу холодно, сверху жарко. Как-то посредине быть не получается. Сразу чувствуется, что палатка, несмотря на то, что она большая, я не знаю, она реально большая, она уже маловато. Да. Хочется сразу что-нибудь, как-то вот и все. И место кончилось. Сейчас же еще мы поставим две потом раскладушки. У нас еще вечерний просмотр сериалов, по идее. Ну, сейчас мы попьем чая, пойдем проверим жерлицы. И начнем смотреть сериалы. Потом посмотрим сериалы, проверим жерлицы.
будем отмечать Новый год, будем пить сидр, а потом уже можем не ходить проверять жилец. Утром проснемся и да, посмотрим. Я не знаю, если у кого-то есть какие-то советы по поводу того, как вообще вот, лучше, может быть, терморегуляцию, чтобы больше теплее в палатке было, я не знаю даже. Потому что у нас хоть и окна приоткрыты, но сейчас их закроешь, будет слишком жарко вверху. Снизу, черт, я не знаю. Не, ну по идее, когда раскладушки поставятся, как раз таки мы будем находиться вот на уровне печи. И вроде как это считается, что если ты находишься на уровне печи, то это как раз тот горизонт, где она греет. Потому что снизу она тянет в себя воздух, ну, и, соответственно, там постоянный приток идет. Если по науке. Ну, посмотрим. Да. Мы специально, чтобы на всякий случай не угореть, у нас два датчика. Датчик дыма, датчик СО2. Так что, ну, мне кажется, блин, тут столько правее всего. Надеюсь, все закончится хорошо. Я же рыбу поймаю. Или ананас. Вкусняшку. Обойдешься. Не знаю, слышно вам или нет. Но сейчас выбрались сделать первую проверку жерлиц. Что-то в палатке натопили. Так, как в бане. Так, здесь пусто. Пойдем сюда. Не знаю. Ну, попробуем. Это жилец? Что? Это жилец, да? Ну да. Был жилец, стал, наверное, мертвец уже. А не, живой еще. Влад, тебе нравится наше мероприятие? Да, очень экстремально. Ну, не то, что экстремально, но так необычно. Вот просто мы, как городские жители, еще 3 года назад мы не ночевали, можно сказать, ни разу, ну, на природе. А теперь мы даже уже... Даже летом. Да, даже летом имеется в виду. А теперь мы ночуем зимой. Самое интересное, что сегодня мы думали, что вот, ну, часов... Темнеет же в 5. Думали, часов в 7 уже сядем смотреть... сериал, а это сейчас 11, а мы еще не сели. Чем мы занимались, куда делось время, вообще непонятно. Не, ну конечно, мы здесь перекладывали пятнашки, видите у нас как здесь классно все получилось. Я вот тоже на раскладушке сижу, сейчас постелим спальники. Спальники у нас будут служить как бы изголовьями
или как бы спинками, для того, чтобы было удобнее просто смотреть, сидеть. Мы на самом деле отмечаем сегодня старый Новый год. Ну, как бы, до 12. Ну да, поэтому мы как бы раньше и не планировали. Вообще мы хотели на мой день рождения съездить, но как-то не получилось, и поэтому поехали на старый Новый год. Ну, значит, вот так. Довольная сидит. От детей избавилась. И рада. Я за любой кипиш, в общем-то. А сейчас я буду готовить горячий сидр. И буду это делать в первый раз. Ну, все когда-то бывает в первый раз. Здесь у меня специи разные. Корица, гвоздика, мед, мускатный орех. В общем, всего по чуть-чуть. Сначала нарежу тонко апельсин, яблоки, добавлю специи, залью это все дело сидром и буду нагревать. Самое главное, не довести до кипения, а так, чтобы он просто был тепленький такой, насыщенный. И в конце, наверное, добавлю мед. Ну, посмотрю еще, потому что сидр у нас не сухой, полусухой, возможно, будет слишком сладко. А штопор? Ну, наверное, у меня есть. Может, конечно, и нету. Так, подожди. Набор опенелевский. Да. Злати когда-то подарил опенелевский набор. Три ножа. Серейтор для мяса и какой-то овощечисткой. Да. Такая незаменимая вещь, просто сколько раз уже пригождался, все практически ножи. Потому что постоянно забываем какие-то там то штопор, то еще что-то, а тут как бы все. Все под рукой. Давай. С Новым годом! Шлипкая будет. Все, подогреваем. Убираем алкоголь из него. Какой там содержится. Ну, с Новым годом. Меду забыли. Да ладно. Думаешь, надо мне кинуть? Тут от сидра вообще ничего не осталось. Причем и алкоголь тоже выветрился весь. Ну. Замерз? Мед. В ступоре. Сейчас треснет, он холодный. Банка, не надо так делать. Хороший сидр. Мне нравится. Да? Такой прямо, ну, корица чудо. Продирает. Ничего там действительно получился. Если что, берите на вооружение. Прям вот класс. Мне как-то понравилось даже больше, чем с вином. Ну, у жены это всегда вкуснее. Что мед добавлял, а что не добавлял? Трамплин. Автобус скоро отправляется. Кого ищем-то, а? Жерлица. Командир, куда идем? Да, действительно, что еще можно могут делать муж и жена в 2 часа ночи? После сидра, да? В ночной клуб. Вот, где? Я нашла. Вон огни ночного клуба. Не знаю, видно это или нет. Так, одна жерлица стоит. Никто. Пойдем остальные искать. Да, пойдем дальше.
Но все проверить. Вот это сработало в тот раз. Не, в этот раз молчит. Ага. Всем доброе утро! На часах уже 10, за бортом нашей палатки минус 19. У нас, правда, в палатке уже тепло, потому что мы разожгли потухшую печку, которая погасла ночью, и мы думали, что это станет проблемой. Но на самом деле проблемой стала не печка, а проблемой стал человек, который на машине в 4:30 утра гонял по льду. Причем машина по звуку чувствуется, что подготовлена, это кто-то со знанием дела реально нарезал вот тут вот круги. Интересно, что там с жерлицами. И вот от этого мы проснулись и как раз поняли, что печка у нас не горит. Но сил растапливать ее, соответственно, не было. И мы решили продолжить спать дальше. И в целом не прогадали, потому что вот в эти штуки, в которых, ну, спальные мешки, в которых я и Злата спали, они реально там до минус 50, но вот около минус 20 они держат. Было тепло, потому что Злата, вот она на раскладушке без самоандувайки спит, и я. И было не холодно от слова совсем. И это на самом деле удивительно. Короче, если кто-то себе ищет теплые спальники, я их прям категорически рекомендую. Называются они Frozen Bay. Агент Z, ты подтверждаешь мои слова? Подтверждаю. Да, вот она спала как сурок. Единственное, что мерзнет, так это нос. Она вообще в шапке спала. А я сделал по-другому. Я полностью застегнулся и спрятался туда, как в коконе, и там и сидел. Кстати, еще вот одна фишка, то что, блин, я долго себе искал реально большой спальник, в который я бы со своим 2-метровым ростом поместился. У меня есть их несколько, которые тоже типа 2.30, но я в них нифига не помещаюсь. Это 2.30, и я в него помещаюсь. Это еще один плюс, так сказать, вишенка на торте. Ладно, мы сейчас покушаем и отправимся проверять наш ночной улов. Я надеюсь, что наш автомобилист, да и вообще никто из местных нашей жерлицы не экспроприировал. Будет обидно. Готово. Кстати, вы обратили внимание, что у нас установлено две палатки. И к вам вопрос. Как вы думаете, зачем эта палатка нужна? Вообще, этот вопрос надо было пораньше задать, чтобы как бы интрига сохранялась. Ну, ладно, я сразу и отвечу. Хотя, мне кажется, многие и так догадались. Ну, наверное, вообще первое, что в голову придет, что это как бы для вещей или холодильник. Но на самом деле это не так. Злата сказала, что командиры в кустах не слабятся. И поэтому пришлось установить для нее отдельный генштаб. Откуда она, соответственно, диктует свою непреклонную волю всему остальному мировому сообществу. Такие дела. То, что их не украли, уже хорошо.
или отколупал эти жерлицы, я не знаю, лед, наверное, сантиметра, ну, по 4 точно. И, собственно говоря, ничего. Только вот эта вот, которая выстрелила, там рыбы нет, кто-то ее сожрал за ночь. Но, все к сожалению. Как всегда. Да, все. У нас все как всегда в этом плане. Ну, я надеюсь. В целом я не сильно расстроен, то, что рыба это стала бы, скажем так, такой вишенкой на торте. Всего, которой всегда не хватает. Которой всегда, да, не хватает. Потому что как у нас семейные какие-то выезды, так по рыбе получается что-то. Не получается, вот так. Ну вообще, конечно, экстремально получился в целом наш выезд, потому что сразу в минус 20, можно сказать. Первая зимняя рыбалка в жизни, ну, ночевка. И сразу в минус 20. Рыба, да. Видно, тоже офигела. Что раз и минус 20. Касаемо адекватных причин бесклевья, знаете, в чем дело? Потому что неделя от плюса до минуса. И вот так вот. Соответственно, два дня назад лил дождь. В прямом смысле ливень. А сейчас минус 20. Вот, в принципе, наверное, и все. Но в любом случае, я надеюсь, что вам так или иначе наша рыбалка понравилась. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. До скорых встреч. Пока-пока.